Доброго времени суток всем. Добрые наши волшебники. У меня очередной крик души. На картах осталось 1000 рублей. 1000 рублей. На другой карте 100 рублей. К сожалению, вчера почему-то я не смогла до вас достучаться роликом, что приют на грани. Либо я распускаю всех собак, либо мне просто стыдно смотреть своим собакам в глаза. Я во вчерашнем ролике сказала, что оптовки все пустые. Нам ничего не привезли. Там я могла брать хотя бы в долг еду. Сейчас даже еды в долг нету. Сегодня мы съездили на оптовку. Я взяла всего лишь 60 килограмм курицы на 200 собак. Что такое 60 килограмм? И затратила 6 тысяч с копейками. То есть именно те деньги, которые мы смогли собрать. А собрали мы 7 с копейками, плюс я оплатила долги. Моя такая большая дружная семья. Большие собаки еще, возможно, нас поймут, но на что мне кормить щенков? Я спасала их, спрашивая у вас, потянем ли мы? Вы все говорили, да, Наташа, забирайте. Я забрала. А что дальше? Завтра чем я буду кормить малышей? Малыши — это не взрослые собаки. Это молочко, это кашки. Практически одна только мамка с малышами. Остальные малыши все без мамок. Иммунная система слабая, поэтому стараюсь все самое лучшее им покупать. Благодаря вам. Завтра приют будет голодать. Это на самом деле так. Вы все видите мои карты. Я ничего не скрываю. Я делюсь в сообществе своими радостями, своими горестями. Но мы их спасли. Так протяните приюту руку помощи. Я понимаю, сейчас всем сложно. Но как быть нам? Как быть нам? Иногда, честно, уже опускаются руки, хочется все бросить. 7 лет я не отдыхал слов совсем. Я 3 года не отмечаю Новый год. Потому что 31-го я... С 31 на 1 я сюда ночью езжу, кормлю бездомышей. Я выбрал этот путь, потому что я живу с собаками, я люблю собак. И мне, честно признаться, стыдно смотреть собакам в глаза, когда я долго не появляюсь у бездомышей. А у бездомышей я не была уже 2-ю неделю. А потому что мне не на что их кормить. А бездомышей у меня еще достаточно очень много. И они ждут, я знаю, что они ждут. И что каждый их день может быть последним. Мы такая большая дружная семья. Откройте свои сердечки. Помогите приюту жить. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюту «Твори добро», Наталья.